Курсанты Морского университета теперь будут изучать историю открытия Дальнего Востока с помощью дополненной реальности. МГУ получил в подарок специальный тираж уникального романа в стиле азиатского комикса-манга с эффектом дополненной реальности «Невельской. Плоды воображения». Передача книг состоялась в формате телемоста одновременно на двух площадках – во Владивостоке и в Благовещенске. Задача проекта – погрузить через такие необычные формы представления истории молодежь, с ее новым взглядом, с клиповым мышлением, и погрузить их в те тонкости освоения нашего родного дальневосточного края. Мы с вами в рамках, опять же, чтобы уникальный роман обязательно появился в библиотеках МГУ имени Невельского, компания МТС помогла авторам издать специальный тираж манги в подарок вузу. Мы радостно и с большим энтузиазмом вовлеклись в эту историю. Я, честно скажу, пришла к ним сама, сказала, давайте сделаем что-то совместное. Но пусть это будет какая-то социальная история, то есть исключительно некоммерческая. Эти книги, спецтираж, который мы поможем издать авторам, мы должны подарить в образовательное культурное учреждение Дальнего Востока. Так, собственно, началось наше сотрудничество с Hero for Hero. В декабре прошлого года мы передали детские библиотеки Приморья. 100 книжек уехали по всему Приморскому краю, даже в глубинку. Авторы и продюсеры проекта – междисциплинарные художники Роман Иванищев и Ксения Фролова, группировка Hero for Hero. Соединили реальные факты из жизни Геннадия Ивановича Невельского, будущего адмирала Российской империи, и эпизоды локальной мифологии, которые привлекают внимание к малоизвестным, но значимым событиям становления региона и государства. В романе есть и дракон, и шаман, и реальные исторические персонажи, а страницы книги в прямом смысле слова разговаривают с читателями. Уникальность проекта заключается в том, что мы добавили эффект дополненной реальности в изображение. Можно услышать через приложение голоса главных героев, какие-то события, которые они озвучивают. И мы передать постарались вот этот эмоциональный накал, что ты читаешь мангу, графический роман наш, и слушаешь, допустим, в процессе, ты как будто бы видишь кино, знаете, такая, наверное, киноманга. В формате проекта гармонично переплетаются книжная манга, иллюстрация и технологии дополненной реальности, словно соединяя события середины 19 века с настоящим временем. Хранить внутри себя огонь мечты и не давать никому его потушить. Бороться до самого конца. Идти, идти, невзирая ни на что. Теперь студенты и курсанты смогут познакомиться с мангой и вдохновиться биографией и подвигами легендарного адмирала. Анна Дьякова, Илья Тишкин, новости на 8.